Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Еламан Раимбеков. В Алматинской области назначен новый руководитель департамента по делам государственной службы. Приказом руководителя аппарата агентства Республики Казахстан эту должность заняла Лязат Бейсекулова. Новый руководитель родилась в 1972 году в Коксулском районе Алматинской области. Имеет 3 высших образования. Трудовую деятельность начала в 1998 году главным специалистом аппарата акима города Талдыкурган. В разные годы работала консультантом отдела управления персоналом, а также руководителем отдела государственной службы. Последняя занимаемая должность – заместитель руководителя департамента по делам госслужбы. Нового руководителя коллективу департамента официально представил аким Алматинской области Амандык Баталов. Это большая ответственность быть руководителем департамента по делам государственной службы. Лязат, вам предстоит проделать огромную, даже колоссальную работу, пресечь коррупцию, довести ее до минимума, а также работать над улучшением имиджа госслужащего. Вот ваша основная задача. Постарайтесь оправдать возложенное на вас доверие. Вы уже 8 лет в госслужбе, и я более чем уверен, что из вас получится хороший руководитель. Кадровую политику, которая реализуется вообще в республике, в Алматинской области, мы максимально пытаемся уровень держать в лидирующих позициях. Работа департамента, в принципе, будет продолжена такая же, как и раньше политика, как и власть. Совместно постоянно вот работаем с руководителем аппарата в области. Все вопросы совместно решаем, регулируем. Так и будем эту работу продолжать. Продолжаем выпуск. 27 тысяч туристов отдохнуло на побережье озера Балхаш в прошлом году. В нынешнем сезоне власти Сарканского района прогнозируют рост до 40 тысяч. Как намерены базы отдыха размещать туристов и во сколько обойдется тур выходного дня, интересовалась Евгения Присяжная. В нынешнем сезоне к зонам отдыха особые требования. Для всех прописаны новые санитарно-гигиенические требования и правила для работы. Они обязывают владельцев гостиниц и туристических баз иметь в наличии неснижаемый запас антисептических средств, бесконтактные термометры, санитайзеры с кожным антисептиком у входа. Заполняемость объекта не должна превышать проектную мощность. В случае несоблюдения правил оказания услуг туристические объекты не допускаются к работе. За этим следят районные мониторинговые группы Алматинской области, в которые входят санитарные врачи, представители акиматов, РОВД и ЧС, а также юристы. Мобильная группа создана 1 июня текущего года, и группа мониторит не только зоны отдыха, а вообще все социальные объекты, допустим, магазин, торговые объекты, это торговые дома, рынки, места обслуживания. В районе 2 мобильные группы, и в каждом округе свои. У нас 13 округов и 13 мониторинговых групп на местах. В прошлом году на развитие инфраструктуры Балхашской зоны было выделено 115 миллионов тенге. В стоимость вошли электрические и водопроводные сети, а также 16 километров дороги вдоль побережья. К слову, в прошлом сезоне на берегу озера отдохнуло более 27 тысяч туристов. Это принесло району доход порядка 82 миллионов тенге. В нынешнем году из-за пандемии к приему туристов готовы 8 баз отдыха из 17. Ежегодно у нас отдыхают 5-6 тысяч человек. В этом году не знаем, как сложится ситуация, но ожидаем такой же наплыв. Цены повышать не будем. Они будут даже ниже прошлогодних. Наш персонал старается соблюдать все необходимые санитарные нормы. Раньше мы проводили влажную уборку помещений один раз в день. Теперь из-за сложной ситуации мы проводим ее 4 раза в день. Используем хлорсодержащие средства. Балхаш – гордость края ЖТСУ. Именно он является излюбленным местом отдыха для казахстанских и зарубежных туристов. Но побережье озера в районе диких пляжей терпит настоящее бедствие. В первую очередь из-за того, что отдыхающие превращают красивые уютные места в стихийные свалки. На сегодняшний день основная проблема Балхаша – это мусор. Озеро превращается в стихийную свалку. Власти Лепсинского сельского округа и акимат Сарканского района постоянно проводят разъяснительные работы с людьми. Развешиваем афиши и призываем не бросать мусор. Но это не действует. Нам приходится самим вывозить отходы со стихийных свалок. Мы даже выкопали яму для складирования мусора. Но и это не спасает. В прошлом году были оштрафованы 3 владельца зон отдыха на 80 МРП каждый. На каждом туристе лежит персональная ответственность за чистоту озера Балхаш. И только нам, семиреченцам, решать, быть лазурному побережью края райским уголком или мусорным адом. Евгения Присяжная, Ерлан Азамбай, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Время развития и новых возможностей. В Алматинской области стартовала инициатива Нурсултана Назарбаева «Ел-Үміті». Программа состоит из нескольких частей – «Елбасы медаля» и «Мыңбала». В первом проекте уже зарегистрировано 750 детей от 14 до 29 лет.
до конца года намерены довести количество участников до 1000. Отбор выявил самых талантливых по 7 направлениям – достижениям в спорте и в труде, в литературном чтении, волонтерской работе, развитии национального наследия и местного туризма. Второй проект – Национальная олимпиада Мангбала. Она создана специально для детей из сельских школ и выявляет 1000 лучших учащихся 5-х и 6-х классов. Для них создаются возможности получения новых знаний, самосовершенствования, а также шанс на выигрыш различных образовательных грантов. Если вы хотите принять участие в этом проекте, вам просто нужно пройти регистрацию на mi.fpp.kz. Здесь вы выбираете себе уровень бронзовый, серебряный или золотой. Они определяются по возрастным категориям. Или можете получить подробную информацию на колл-центре 7170. Это уже бесплатно. А там дальше уже, после того, как вы выберете себе уровень, за вами закрепляется наставник, с которым вы уже индивидуально разработаете график дальнейших работ. «848 игровых терминалов уничтожили в Алматы. Они были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Операция была проведена сотрудниками Департамента экономических расследований совместно с судебными исполнителями. В соответствии с законом об игорном бизнесе, казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах. Уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса и за предоставление помещений для игровых автоматов предусмотрена статьей об организации незаконного игорного бизнеса. Более 5 часов длилась операция по спасению подростков, заблудившихся в горах в Туркестанской области, передает закон КИЗ. Процесс поднятия по крутому каменистому склону горы одного из парней показали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения его подняли на высоту 50 метров. Спустя некоторое время вытащили и второго. В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства всего 33 человек и 11 единиц техники. Напомним, 15 июня в 5 километрах от села Бургулюк Толибийского района с зоны отдыха Бургулюк группа из 25 человек вышли отдохнуть горам. Во время спуска с горы трое учеников заблудились. Медицинские перчатки на 68 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана. 15 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска Жанажол Северо-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз крупной партии медицинских перчаток, сообщили в КНБ Казахстана. Вся продукция изъята и находится на специальных складах. Территориальное подразделение пограничной службы работает в усиленном режиме. Они ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска по недопущению незаконного вывоза с территории Казахстана данной категории товаров. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.